прохладный, за окном темно, метели снег. Вот игрушек перезвон хрустальный, в Новый год заходит человек. А пока часы не зазвенели, загадали, чтоб под новым, чтоб в грядущий год. Принесет нам то, что мы хотели, пусть он счастье принесет. Будем веселиться мы сегодня, и пусть радостно звенит наш голосок, и пусть с праздником чудесным новогодним. Наступила холестая, серебристая, густая, ты под солнышко вошла и домой всегда пришла. За окошком снег идет, значит скоро Новый год, Дед Мороз уже в пути. Долго к нам ему идти, по заснеженным полянам, по сугробу, по рекам. Принесет он елочку в серебряных иголочек. С Новым годом нас поздравит и подарки нам оставит. И пришла на лады дети, Новый год с тобой мы встретим. Дружно песню запоем. Поставлять скорее ладошки, пусть похлопают немножко, потанцуют, пусть застыкнут лапки, спинки и хвосты.
петушкам обратились зайчата. Здравствуй, Снегурочка. Здравствуй, дедушка.
как ваша елка хороша, стройна. А что же на ней огоньки-то не горят? Вот не горят. Вот это надо исправить. Что же, ребятки, вставайте к елочке, будем огоньки на ней зажигать. Подхватите. Делаем шашочек назад немножко. Слева, друг, и справа, друг. Станем дружником в полукруг. Что же делать? Ну-ка, елочка, заблести огнями. Мы позвали всех друзей веселиться с нами. Ну-ка, скажем все мы дружно. Раз, два, три. Наша елочка горит! Вот! Загорелась! Ой, какие огоньки! Посмотрите, ребята! Снеговик молгов конос, высал утром на мороз, взял лопату снег копать, взял леду, чтоб отбитать, он сам взял, чтоб лес пойти и два визок вынести. А потом испечь ковыску, гость выносит зайтиску, белку. Лиза, Сергея и Волга приходили с той дороги, снеговик вас гость ждет. А сейчас стихотворение прочитает Артем с Магдой. Рассказали... Кому еще Дед Мороз не дал?